И желаем вам крепкого здоровья, всего самого лучшего в жизни. И мы вас любим. Компания Дайра Авто. Ура! Вон. Я понял. Вот так держи. Да понял, сейчас возьми. Вот так возьму. Вот так, все, так, и вот ничего больше. Все понял. Хорошо. А когда нажимать? Ничего не надо нажимать, все нажато. Съемка идет. А, понял. А вы что, подними, да и все. А кого снимать? Себе. Так, проверяем микрофон. Может, дайте послушать. Запомни на всю жизнь. Ну, на всю жизнь. Зато на всю жизнь. Итак, дорогие друзья, вы начали съемку? Итак, дорогие друзья, спортсмены, да, зрители, да, поклонники, уже есть фанаты, взрослые, дети, семьи, значит, все. Сегодня мы в очередной раз, несмотря на очень тяжелые метеоусловия, провели третий этап серии «Вертикаль 2014». Молодой человек, а почему собаку не назвал? Она тоже с медалью ходит. Да. 2014 года, и вам благодарен за то, что вы каждый раз к нам приезжаете. Вас становится с каждым днем все больше и больше. Значит, этим самым вид спорта, вернее, виды спорта, которые ведут свой исток от такого, как джип-триал, становятся все более популярными. И я считаю, что мы движемся по правильному пути. Скажу больше, сегодня не просто очередной этап, а сегодня на самом деле великий день для определенного внедорожного клуба, который базируется на территории Москвы и Московской области. Название этого клуба «Леший», и я еще раз поздравляю этот клуб «Леший», потому что сегодня ему исполняется на самом деле просто сумасшедшая дата. 10 лет, вы представляете, 10 лет внедорожный клуб «Леший» занимается тем, что популяризирует автомобильно-технические виды спорта среди населения нашей великой страны. Я считаю, занимается серьезным, полезным, нужным делом. Я считаю, это социально важная тема. И еще могу сказать то, что, ну, переоценить труд этих ребят, ну, очень сложно. Очень сложно. Вернее, недооценить, извините. Труд этих ребят очень сложно, потому что они своим потом, кровью, можно сказать. Вот я видел, когда они вешки забивают, там еще что-то делают. У кого-то рука поранена, они терпят все невзгоды. Это дождь. Это красавчик. Видите, внедорожный клуб «Леший». Это красавица? Да. Хорошо. Еще лучше. Итак, предоставляю слово руководителю внедорожного клуба «Леший» Базанову Денису. Он объявит участников и победителей третьего этапа серии «Вертикаль 2014». Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Рады всех были видеть в этот пасмурный день. Почему? Нормальный день. Под вечер он развеялся, конечно. Сегодня было две... Что чермен? Две категории. Категория профи и категория абсолют. Итак, первое место по трофи-триалу занял Андрей Рыбакин. Ура, товарищи! Музыку, музыку в студию! Где музыка, где фанфары? Где праздник, где счастье, где состояние соревнования? Это просто, на самом деле, событие, потому что известный блогер Андрей Рыбакин сегодня приехал к нам на территорию общения, где мы увидели его телеграммное вождение профессиональным внедорожником УАЗ. Молодец, Андрей. Так держать, приезжай еще. Мы рады тебя видеть, красавчик. Поаплодируем ему, пожалуйста. Ну что, Чермен, продолжаем? А теперь на самом деле.
А теперь официальная часть. Итак, официальная часть. Помогай, Черменко, пошел-то. Нет, наш партнер Дейрафта будет тебе помогать. Он тебе и так помогает уже достаточно давно. Он мне всегда поможет. А я ему. Дейрафта вместе со всеми, как всегда. Итак, вместе мы сила. Точно. Категория Абсолют. Шестое место. Белова Екатерина, Борислав Арсений. Поприветствуем. Молодцы. Так, пятое место. Ганюшин Вячеслав, Смирнов Алексей. Приветствую вас. Четвертое место. Боровков Сергей, Духарев Вячеслав. Поздравляю. Итак, переходим к призовым местам. Третье место. Бриславцев Арсений, Белова Екатерина. Маленькому одевай! Маленькому! От компании Дейрафта, я надеюсь, очень полезный гаджет в ваш автомобиль. Молодцы! Второе место. Целовальников Илья, Баранов Сергей. Серега, что ты в Киа копаешься? Давай сюда. Потом будешь копаться дальше. Пилот свалил, ты тоже хотел, да? Ура! Молодец! Здорово! От компании Дейрафта приз. Очень нужный в автомобиле предмет. Компрессор для накачки шин. Пожалуйста, оцените. Итак, первое место. Макаренко Сергей, Серобалов Игорь. От компании Дейрафта в вашем призе светодиодные фары. Установите и насладитесь все-таки хорошей видимостью на дороге. Дейрафта, будь ярче! Поздравляем! Молодцы! Итак, категория профи. Шестое место. Мальков Валерий, Родионов Алексей. Пятое место. Крылов Сергей. Четвертое место. Югай Галина. Единственная девушка, которая поехала в категорию профи. Она сказала, будет наращивать мастерство. Аплодисменты таким людям. И она его нарастит, мы надеемся. Третье место. Бочаров Сергей, Бочарова Ольга. Будут завтра. Компания Дейрафта для Бочарова Сергея и Бочаровой Ольги откладывает призы в копилку. Завтра они их получат. Конечно. Второе место. Минин Алексей. Поздравляю.
от компании Terra Auto. Надежный и помощник в дороге. Компрессор для накачки шин, пожалуйста, получите. Поздравляю вас. Ну, первое место, походу, тоже отъехало. Смирнова Сереги нету, да? Будет вечером. Ну, будет, значит, тоже откладываем. Давайте поаплодируем Смирнову Сергею. Итак, спасибо всем, кто посетил вертикаль третий этап. И я хочу предоставить слово представителю комитета РАФ Егорову Андрею. Российская автомобильная федерация, чемпион России по джип-триалу Андрей Егоров. Собственной персоной, известность у нас очень высокого уровня в этом виде спорта. Предоставляем слово. Добрый вечер. Еще раз с праздником. Пока еще не чемпион, я к этому стремлюсь. И для нас вот чемпион, это главное. Остальные, может быть, и чемпионы, но, но не для нас. Так. Здесь у нас еще никто чемпионом не становился, кроме вот этих ребят. Ну, сегодня здесь присутствуют, я смотрю, призеры прошлого года чемпионата России. Второе, третье место. Тоже два брата. Постоянно они здесь соревновались, тренировались, повышали мастерство, но его показывали. В итоге стали на подиум. Вот. От лица Российской автомобильной федерации внедорожный Королевский, который писался как Королевский внедорожный клуб Леший. По праву спустя 10 лет можно назвать уже российским региональным внедорожным клубом Леший. Так, в принципе, в награждении, в дипломе, который награждает Российская автомобильная федерация, так прописано. Поздравляем клуб Леший. Вы все, теперь спасибо. Региональный внедорожный клуб Москвы, Московской области и всех близлежащих регионов. Молодцы, ребята, так держать. Все, еще раз поздравляем. Я надеюсь, что десятилетний рубеж не первый, далеко не последний. Это только начало становления. Все, так держать. Спасибо, еще раз. Еще могу вам сказать, мы сегодня снимали много фото, видео, материалов. Они будут выложены в наших двух основных группах и на сайте. Сайт называется леший4vd.ru. Группа ВКонтакте называется леший4vd.ru. Вторая группа называется «Сборы 4 на 4». Значит, мы будем полностью все рассказывать, показывать, делиться впечатлениями, общаться, потому что это наша территория общения. Территория общения спортсменов, которые занимаются экстремальными автомобильными внедорожными соревнованиями. Всем вам огромное спасибо и надеюсь, вы не будете расходиться допоздна, потому что у нас будет впервые проведенное здесь на территории и потом очень часто повторяться это мероприятие. Будет оффроуд пати для всех любителей полного привода и внедорожных видов спорта. Всем спасибо, ребята. Общее фото давайте сделаем. А, кстати, не расходимся, делаем общее фото. Сюда все подходим, фото, видеооператоры туда, спортсмены все сюда. Андрей Рыбакин, где? Чемпион. Быстро беги сюда, коллективное фото. С кубками, с медалями, быстро сюда идите. Дай засниму. И операторов тоже забирайте своих. Кубки в руках у всех должны быть, пожалуйста, вот такая просьба маленькая. А где Югай, где? Уехал домой. Плохо. Ты тоже присядь на карачки. Высокий у нас. Давайте. Сейчас через 30 секунд просто руки поднимаем наверх все вместе, для того, чтобы очень эффектно получается. Да, давайте руки вверх.
заканчивать. Всем пока. С вами был Андрей Рыбакин. Еще увидимся. А где было? Где? Крупным снял. Давай еще раз. Снял. Нам все как-то порадовались, а то никто не рад. Снимай опции, снимай опции, я снимаю крупный. Хорошо. Матвей. Андрюх, я крупный. Он крупный, Андрюх. Крупный общий. Все, погнали. Включим. Да. Включим. Ура! Я думаю, на этом пора заканчивать. Всем пока. С вами был Андрей Рыбакин. Я только пожег вам. Ничего больше. Молодец. Андрюх, мотор. Можешь мне тоже пару слов рассказать, как ты победил, как ты выиграл, что было самое интересное во время... Не, ну как я победил? Я просто показал самый лучший результат. Я просто лучше всех проехал эту трассу. Нет, ты все. Просто самый лучший вообще, в принципе. Да, я просто самый лучший. В результате кто победитель? Рыбакин. Опять он. Опять он. Ну сколько можно, ради бога. Этот Рыбакин в спокойном режиме, вообще не напрягаясь, занял первое место. Всех объехал, да, понятное дело.